Дамы и господа, приветствую всех в саду ирисов. Сегодня проведу вот такую небольшую экскурсию. Хочу поздравить всех с 1 мая, пожелать иметь хорошую работу, хорошую зарплату, самое главное, хорошее настроение. Ну вот, начинаем передвигаться. Сад ирисов. Это место, конечно, просто суперское, потому что я приезжаю каждый год сюда. Ну, идем немножко смотреть эту красоту. Такие замечательные белые ирисы. Вот внизу, смотрите, они еще как бы не расцвели. Вот-вот зацветут розы. Идем дальше. Вот так вот распускается, вот-вот распустятся желтые ирисы. А рядом с ними вот такие вот замечательные розовые розы цветут. Вот внизу фиолетовые. Ой, чуть не сломала забор. Хотела облокотиться. Ну вот как бы только-только начинается цветение. В этом году какой-то очень странный апрель и март. Май. Вот, смотрите, красота. Какое сочетание цветов. Желтый, зелень. Обожаю весну. А вот они, розы. Такие яркие, красивые. Вот такая вот красота вдоль заборчика. Вот внизу, опять же, вот эта красота. И вот в бутонах еще. В прошлом году, в апреле, ирисы уже вовсю цвели. А вот смотрите, какое чудо. Вот чем не чудо, да? Смотрите, какие цвета. А вот. Немножко умолкаю. Буду вам лучше показывать. Соседство, да? Как день и ночь, как черное и белое. Смотрите, вот чем не чудо? Разве это не чудо? Телефон немножко искажает цвет, потому что это не синий, а фиолетовый. А вот сверху коричневый и бордовый. Опять идет немножко искажение цветов. Так жалко, потому что в натуральном цвете это немножко красивее. Фиолетовый цвет — цвет Флоренции. Недаром они говорят, мы флорентийцы. Смотрите, чудо. А здесь вот смотрите, сколько прям целая. Ну, конечно, это не плантация, но смотрите, красота. Такие желтые. Ну вот. Я над пропастью в саду ирисов. А песня что-то пришла на ум. Я над пропастью во ржи. Смотрите, смотрите. Чудо. Вот хочу вам все эти чудеса показать. Конечно. Вот они, вот они. Вот правда говорят, что красота спасет мир. Вот от этой красоты всегда, не знаю, как у кого, а у меня улучшается настроение. Знаете, прям вот всегда говорю, Италия — это такое место, рай на земле. А здесь вот смотрите, это какие-то мини-мини розочки. Но до того они аккуратно. Вот такой огромный куст. Что-то резкость как-то пропадает. Вот такой. Ах. На самом деле сад как бы по площади не очень большой, но
Самое красивое людей сегодня тьма тьмущая на пьяцце Микеланджело. Слушайте, там даже яблок негде упасть. Очень много туристов. Кстати, не все туристы знают о существовании здесь на пьяцце Микеланджело. Есть два сада. Один сад ирис, а второй сад роз. Там панорама, ну просто. Вот смотрите, чудо. Да, в этом году поздно зацвели ирисы, потому что погода очень странная. Я вот начала говорить, и в марте было до 30 градусов, практически лето. И знаете, вот такое тепло было, оно комфортное. А сейчас очень много дождей по ночам. Ах, по ночам холодно. Вот сегодня было плюс 6 градусов. В моем саду на террасе, конечно, я свои цветочки то заношу, то выношу, потому что очень их люблю. Они меня так радуют, особенно когда цветут. Ну, чем не чудо? Кстати, я увидела, что и внизу в том году не было садика. Там сейчас цветы. Сейчас спустимся вниз. Это просто волшебство. Вот белые. Вот внизу там, видите? Сейчас пойдем вот туда. Потому что в том году там ничего не было. В этом году посадили. Вот увидала вот такое еще чудо. Слушайте, это нечто. У кого-то аллергия, кто-то чихает. Вот оно, чудо. Вот такие здесь дорожки. Сейчас мы будем спускаться. Вот там, видите, тоже вдалеке цветочки. Сейчас все посмотрим. Здесь фиолетовый. Какие. Тоже вот-вот распускаются только. Эти уже такие хорошие. Там вот смотрите, сколько всяких разных. Видите, прям островками. Идем. Вот. Фиолетовые прям меня манят к себе. Желтенький. Такой аккуратненький садик. Очень многие садятся на лавочках, отдыхают. Смотрите, вот вниз спускаться. Вот там вдалеке Флоренция, панорама. Ну, ее как бы отсюда плохо видно. Вот они опять бархатные. Вот знаете, они смотрятся действительно как бархатные. Такие цвета. Так, я смотрю, у меня уже время заканчивается скоро. А я еще все не оббежала. Вот такую красоту вам с удовольствием показываю, снимаю. Вот они, бархатные. А вот, смотрите, такие высокие-высокие. Они, вот это оранжевый, смотрите, а это вот бледно-желтый, прям как невеста. Вот этот такой, а это вот светло-желтый и темно-желтый. Иногда забываю русские слова. Смотрите, красота. Там вдалеке солнышко, видите? А здесь у нас вот такая красота. Ну что, желаю всем хорошего настроения. С вами была ваша Тася. И это вам
огромный пламенный.